Есть. Все отлично. И тоже патрончики ждал. Нормально, прям таки. Я надеюсь, нас не пошлют в радиацию. Угу. Не, нормально, все, сейчас будем копать. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей и мы продолжаем играть в игру про зомбаков. И зайдем сразу в домик, конечно же. Заберем наши патроны. И бинты. Бинты тоже у нас готовы. Посмотрим. Сегодня серия Орда Зомби. Сюда поедем и будем воевать с Ордой. Недостаточно бензина. Угу. Так, забираем весь бензин и монетку. Все, отлично. И отправляемся, естественно. Ага. Миссия Орда Зомби. Проходим. Бензина много. Все хорошо. Так, возьмите гранаты. Вот наши гранатики. А, 5 гранат всего лишь. Но это немного. Приближается первая волна зомби. Опачки. Песик. Есть, готов. Ну и этих друзей мы сейчас быстренько. О, Библия нашлась, смотри. Ух ты, подожди. Вау. Стой. Откуда вы вылезли? Точно орда зомби, нифига себе, я такой даже... Вау, тихо. Ребята, что же мне с вами делать? Вас так много. Смотри, это даже с первого раза не умирает. Ну, потихонечку будем вас отстреливать тогда. Да, много патронов уйдет, но ничего страшного. Ух ты, мимо. Вы бы встали так, чтобы кучно. Чтоб кого-то, да, я и попал. Сколько вас тут уже? Есть. Надо будет нам улучшить... Ух ты, подожди. Надо будет нам улучшить гренадеры. Чтобы удар от гранат было лучше. Помощнее. Ну все, осталось совсем немножко. Сейчас мы так постреляем и все. Да ё-моё. Не успел, я тогда перезаряжал, видимо, не успел перезарядиться. Ну, это, видимо, самые такие... Такая самая слабая волна. Да ты чё, в смысле, не убиваешься? На, получи. Это, видимо, самая такая волна слабенькая. Волна 2. 25 человек. Опа. Смотри, все ко мне идут, а? И отсюда вот сейчас. А, ну, в принципе, 25 человек. О, нет, бежит, гад. Сейчас я быстренько с этими разберусь. Опа. Есть. А, толстяк бежит. Ну, толстяк не страшно. Толстяк не страшен. Давай. Все, мы быстренько отбегаем от него и все. Он сам взрывается. Ух ты. Он сам взрывается там и все. Поэтому не страшно. Да, зомбачье. Серия интересная сегодня. И, конечно же, серия пули убывающая, так сказать. Патронов много уйдет. Зато у нас гранат много. Черепушку сняла, он все еще... Ух ты, подожди. В смысле, блин, смотри, я так аккуратненько шел и дошел до самого, так сказать, тупика. Да ё-моё, хватит уже башкой своей. Бешеный, смотри. О, нормально? Ты видел? Ты чё, танцуешь? Дэнсинг? Все, отдыхай. О, третья волна, 22 зомбаков. Есть. Фига они как... прыгают. Ладно, будем с близкого, более близкого расстояния. Вот у нас бежит пёска. Есть, готово.
Так, отбегаем. В смысле, подожди. В смысле, я бежать не могу. О, харькающий. Харькун. О, готов. Харькун готов. Я даже не ожидал, что так быстро. Он от нас отстанет. Давай, взрывайся быстрее. О. Плохо, что он своих этих не убивает, зомбаков. Они бы еще от взрыва бы умирали бы. Давай, я гранатку сейчас брошу. Ё-моё, смотри, что творится. О! И сейчас просто вас расстреляем. Нормально. С автоматикой. 5500 патронов, офигеть. Все, отдыхать. Так, двое осталось. Двое. Все, готово. А миссия завершена. Все, мы выполнили свою миссию. Сейчас быстренько посмотрим, нет ли здесь что-нибудь интересного для меня. Типа каких-нибудь денежек. Сейфа. Нет, ничего нету. Возвращаемся в город. Да. Возвращаемся в город, входим. О, охранник. Как это выглядит? Все нормально. Спасибо за помощь. Я разговаривал с Чаком и уже послал несколько человек в новый город. Ух ты, спасибо. Отлично, он отправил несколько человек. Нормально. Новый город. Ага, Ас, что у меня там с ним? Нормально все? Так, все хорошо. Сейчас быстренько с торговцем поговорю. Что-нибудь ему продам. Ух ты, у него, смотри, есть книжка. Покупаем, все, две книжки покупаем. Мини-разговор? Мне не надо мини-разговор. Там особо мне ничего не дает, тем мини-разговор. Так, рюкзак, вот эту канитель мы сейчас быстренько продадим. И, в принципе, о, у меня есть карта. Карта сокровищ. Давай сходим на карту сокровищ. Сейчас, секунду. Используем. Карта сокровищ Спрингфилда. Тысяча, ну, понятно. Карта приведет вас к припасам. Использовать. Есть. И используем сейчас книга начинающих стрелков. Раз, два. И Библию. Разговор 7. Все, а теперь отправляемся за сокровищами. Карта сокровищ. Ну, достаточно далеко находится она. Так, а у меня лопата с собой-то нормально все? С собой лопата. Ее можно было продать за 800. А мы ее не продали. И тут куча зомбаков. Да, ну ничего, сейчас быстренько. Быстренько их убьем. Раз, два, три, четыре, пять. Открыли, отлично, хорошо. Бобы. Три пачки бобов и монеты. И патроны. Нормально. Меняем оружие сразу. Готово. Так, Каркуша. Каркуша. Надо Каркушу убить. Где она? Есть. Раз, два. Опа-на, она умерла с двух ударов, прикинь. Раз, и сейчас еще. Два. Блин, немножко не хватило ей. Все, готово. Опять перезаряжаемся быстренько. Ух ты. Перезарядка. Кого там нету сзади? Смотри, много чего дает. Бутылка воды, там газировка. Да ты че голову свою наклонил? Хорошая серия. Очень много всего, всяких припасов дается. Смотри. Опа. Подходишь так в упор. Есть. Видишь, патроны дала. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Есть. Все отлично. И тоже патрончики ждал. Нормально прям таки. Я надеюсь, нас не пошлют в радиацию. Угу. Не, нормально все. Сейчас будем копать. Побежали. А, ну здесь еще, наверное, зомбаки будут. Да, да, да. И здесь, смотри, вот этот харькун есть. Есть, прям в бошку. Блин, перезарядка. Как не вовремя-то, а? Ух ты.
Ух ты! Стреляет, видишь, как сразу. Опа, есть как раз голову. Так, каркуши. Каркуши, в принципе, если в голову и стрельнуть, то два удара хватает, смотри. Раз, два, три. Нет, видишь, голову не попадаю. Все, готово, отдыхай. И еще одна у нас птичка есть. Ух ты. Да ну нафиг. Только на последнем патроне я попал в нее. О, все, смотри, с двух ударов нормально? Я считаю, это очень даже неплохо. Ух ты, мимо. О, супер отмычка. Хотел сказать, супер отвертка. Ах ты вы гады. Есть. Здесь надо будет копать. Обширное место такое. По правде. Кто еще? Еще один остался. Есть, все готово. Готово. И там у нас ничего интересного нету. Начнем копать. Берем лопату в руки, да. И копаем. Не знаю, в каком именно месте. Мы так будем копать везде по чуть-чуть. Вот так, и здесь еще. Здесь тоже. Пока не видно. Пока ничего у нас не видно, где что находится. Верхушку сейчас эту тоже снимем. Ну и где? О, вот все, нашли. Открываем, что получаем? 8 золотых монет, 4 гранаты, 96 патронов. И все? В смысле, и это все? Да, особо не радует нас эта карта сокровищ. Здесь что интересного? Здесь интересного ничего нету. В радиацию мы туда не полезем. И отправляемся домой. Да, едем. Отправляемся домой в центр. Все. Здесь у нас ни с кем мы не говорим. Сейчас пойдем продадим, что у нас есть. Ага. А что у нас здесь имеется? А имеется у нас вот кожа. Бобы. Вода. Патроны не будем продавать. Все. А, можно здесь еще эти бобы продать. В принципе. Так, пистолет этот не будем пока продавать. Не стоит. Ну, вот этих может быть. Патронов 100 штук. 150. Ладно, пока тоже не будем продавать. У нас пока деньги есть. А сейчас посмотрим. Денежки возьмем. 1300 обменяем. И посмотрим, что у нас здесь. А, ну патрончики мы сюда положим. В сундук. Сундук. Этими же я не стреляю? Нет. Вроде бы. Угу. Все это убираем. А, нет. Все-таки стреляли какими-то. Подожди, мы сейчас уберем лопату отсюда нафиг. А, нет, все нормально. Это у меня улучшенные 400 патронов. 7,2. Хорошо. Ну все, в принципе, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.